сегодня вас угощает информационная столовая. Приятного аппетита! Генрих Ретьен, немецкий легкоатлет. Под именем Дори Ретьен участвовал в соревнованиях по прыжкам в высоту на Олимпийских играх в 1936 году в Берлине и занял 4-е место. В 1938 году установил мировой рекорд по прыжкам в высоту среди женщин и стал чемпионкой Европы. В том же году завершил спортивную карьеру как женщина, когда его истинный пол был раскрыт. Последний снимок профессионального постановщика трюков Роберта Аверакера 1 октября 1995 года перед толпой из почти 3000 туристов он должен был спрыгнуть с парашютом с Ниагарского водопада, но парашют Роберта не раскрылся. Дилижанс – популярный транспорт начала 20 века. От моста через реку Миас до вокзала можно было проехать за 5 копеек. Челябинск, Российская империя, 1913 год. Последняя фотография Титаника, 1912 год. Перекидывание ответственности, Калифорния, 1995 год. Хрущев и президент Индонезии Ахмед Сукарно. Полицейские на колесницах из мотоциклов. Австралия, 1936 год. Пожар в отеле Клифф Хаус, Сан-Франциско, 1907 год. Бокс на стадионе Янки, Нью-Йорк, 1923 год. Настоящая женщина всегда прикроет. Италия, 1960 год. Напиши в комментариях, какая фотография тебе понравилась более всего. И обязательно подпишись на канал.